Тихо, тихо, тихо. Его мухи облепляют уже маленького. Вот такой вот он маленький. Андрюх, спасибо тебе, что помог. Вот такой вот маленький кутеночек. Еще слепой вообще. Ребятишки, всем привет. Поплыл на рыбалку, в общем, на лодке. И услышал вот эти писклявые голоса. Душу разрывающуюся. Я не знаю, что делать с этим маленьким кутеночком. Он, смотрите, еще слепой. Он так пищит, маму ищет. Я не знаю, кто его подбросил ко мне на работу. Просто пипец. Как его из пипеточки, что ли, кормить? А молочком там, я не знаю. Блин, такая лапуля. Ну, жалко, щеночек очень маленький еще. Его собаки какие-то бросили. Да? Бросили такой красавчик. Он кажется. Да? Ну, чего ты? Ну, он жить хочет, ребят. Давайте поможем ему. Давайте его спасем. Мы же спасем, мы же тебя спасем, мы подарим тебе жизнь. Вот, ребят, надули лодку, услышали звук кутенка скулящие. Вот такие вот, Ромка его сейчас, он держит маленького, слепой еще, брошенный. Сейчас, ребят, мы ему поможем, мы его не бросим. Мы либо его из пипеточки будем молоком кормить все это время, либо сейчас мы его отправим в приют «Майский день», ребят, вот этого кутеночка. То есть я уже позвонил начальству, начальство уже созванивается с другим начальством. То есть сейчас приедет опытный человек. Вы помните, как я на видео спасал 6 кутят и отправлял их в приют? Если вы еще это видео не видели, обязательно зайдите, посмотрите. И вот сейчас мы будем спасать еще вот этого маленького, еще глаза, который не открыл, такой пусюченький, жалкий. В общем, если сейчас получится, то мы его спасем, ребят. Мы его спасем. Его собака, видать, подбросила слепого, и он тут кричит один. Все, ребята, договорился я с приютом. В общем, сейчас приедут, заберут кутеночка маленького, вот этого, слепого, вот этого красавчика. В общем, сейчас приедут две девушки на машине Сузуки, и его приедут забирать. То есть все, мы спасли жизнь кутеночку маленькому еще. Понимаете? Вот такому кутеночку мы спасли жизнь, да. Мы его не будем из пипета кормить, там, да, тому хороший, ты мой сладкий такой, такой хороший, я прямо сам в него влюбился. Блин, все, ребята, мы сейчас его отдадим, короче, сейчас приедут девушки из приюта, заберут его на машине. Я думаю, что он выживет, и его найдут хорошие хозяева, и все у него будет замечательно. И благо, что я услышал его голос жалобный. Ребята, это просто что-то с чем-то. Даем хорошее. А уже отворачивает. Он еще слепой. Спасибо, девчонки, все приехали. Подожди, надо мне. А там прям соленок, что ли, такой? Ром, иди поснимай крупную, пожалуйста. Давай. Вот это, сними вот это, рожу. Видите пальцы? Ага. Блин, ну вообще круто. Спасибо, девчонки. Все, спасибо, все добро. Спасли прямо. Ребят, все, от души. Отправил в хорошие руки, в приют. Слава тебе, Богу. Спасибо вам всем за внимание. Мы поплыли на лодке.